Центральная улица Оксфорда, Corn Market Street. Главная пешеходная улочка. Тут все музыканты, уличные представления проводятся. Утро субботы, все безмятежно гуляют, никуда не торопятся. Кофеёк попивают. Ну и с погодой, конечно, повезло. Перед камерой весь народ как-то разбегается. Такой ореол защиты. Улочка не длинная, скоро уже к концу подойдем. The Bible tells us that once this short life is over, then comes the day of judgment. The Bible tells us. Здесь вот самое интересное здание на Corn Market Street. Кафе Прент Аманже. Очень советую сюда сходить. Тут даже можно подняться на верхний этаж. Очень уютно. Здесь вот тоже есть кафешка под открытым небом. Всякие корабельники. Вот кафешка тут. Сини, спокойненько. Вот
Да, нет.